Добрый день. Здравствуйте. Инспектор Логанов, ваши документы приведите, пожалуйста, будьте так любезны. Причина какая остановки? Причина остановки ваша? При предоставлении преимущества движения пешехода при повороте направо, согласно пункту правила 13.1. Не знаю, пешехода пропустил. Никого я там не видел. Ну, видеозапись имеется. Ну, давайте посмотрим. Водитель. Давайте посмотрим. Я могу вам предоставить. Давайте. А вы чего нарушение правил стоите? Делаю нарушение правил. Знак здесь какой? Какой у нас знак? Какой? Установка запрещена. Где? А он там. А да, от против прокуратуры. А вот он висит. Он действует до перекрестка. Можем вместе с вами пройти, посмотреть, докуда он распространяется. Что-то у вас руки же затряслись. У меня руки не затряслись. Стекло боюсь разбить. Железным аргументом. Вот что водительское. А? Водительское отстегните. Я не могу отстегнуть. Согласно пункту правил 2.1.1, я вам передаю документы. Передавать. Передаю. Вы вот документ. Передаете. Вот документы. Их они нужны для составления административного материала. Административный материал составляется на месте нарушения. Вы мне нарушение предоставили? Я вам предоставлю. Если предоставляйте нарушение. Если вы согласны, вы можете написать. Предоставляйте нарушение. Согласны. Возьмите, пожалуйста, ваше водительское удостоверение, свидетельство регистрации. Пойдете на составление. Я не пойду никуда, я здесь посижу. Я посижу здесь. Вы посидите? Да. Хорошо. Вы мне предоставите видеозапись? Хорошо. Свобода 449. Ваше можно удостоверение посмотреть? Можно, конечно. Давайте. Свобода 449. Пожалуйста. Лейтенант милиции Логинов Андрей Валерьевич, да? Хорошо. Действительно, до 13-го. Ага. Спасибо. Хорошо. Так вы не будете показывать нарушение-то мое? Вы же не нарушали. Вы напишите, вы не согласны. Не, вы мне покажите, говорите, у вас видеозапись. У меня тоже регистратор висит. Вот, ну. Замечательно. Его можете предоставить, ваш регистратор. Нет, вы согласны... 449. Что я согласен? Ну, закон о полиции. Ну. Пункт 5. Ну, установилось. Нет, пункт 5. Пункт 5. Статья 5, пункт 7. Должны ознакомиться со всеми материалами дела. Ну, ознакомьтесь. Ну, ознакомьтесь. Вы же не хотите идти. Ну, конечно, я не хочу. Вы меня здесь остановили. Я работаю в стандартном режиме. Ну, и что? Ну, приходите сюда, показывайте. Принесу, наверное, вам должен ее показать, вам машину. Конечно, конечно. Я выходить не обязан. Он мне право предложить, но я отказываюсь выйти. Правильно. Ваше личное право. Свобода 449. Как остановили? Сейчас создаем помехи пешеходу. Вернее, движение. Говорится, нарушение вы стоите, конечно. Где, а где знак? Стоянка, вон он знак висит. Знак вон, да, правильно? Да. И посмотрите, там какой островок, и до перекрестка здесь, ага. Правильно? Это уже другой перекрест. Да ну. Логично? Какой тут перекрест? Ну давайте, правильно, посмотрите. Да ну, не буду никуда проезжать. Зона действия знака, остановка запрещена. Не буду проезжать. Ну, откуда эта пятнашка выезжала? Потому что он стоит до перекрестка, угу. Правильно? Угу. А я сейчас стою, вот здесь знак висит. Где? Вот тут. Как поворачивать. Ну. А я что делаю? Не стою? Установил. Ой, артисты вообще. Свобода 449. Нельзя что все вести. Олег Александрович. Я понимаю, но вы мне предоставьте нарушение. Я не откажусь, я посмотреть. Вы сказали, у вас видеозапись. Нарушение идет с вот этим тут. И с этим нарушений нет. Согласно перечню устройства 7.3 должен находиться. Ой, ой. Какой 7.3? Должен находиться в правом нижнем углу ветрового стекла. Это рекомендовано. Давайте посмотрим. Там предупреждение идет. Там предупреждение? Конечно. Конечно. Свобода 4.4. Кона полиции, смотрим. Что-то даже не дозвон. Ну, я же вам говорю, 7 пункт, 5 статья. Обеспечен каждому гражданину возможность ознакомления с документами, материалами, непосредственно затрагивающие его права и свободы. Машину предоставить должен, поставить. Нет, ну вы несите, раз а вы как, говорите, а у вас... Как я ее нанесу? Да, ну, это не мои проблемы, понимаете? Если вы не согласны, проходить я не обязан. Вы, если вы не согласны, ну, вы говорите, у вас есть видеозапись? Напишу, имеется видеозапись и предоставлю. Ну, и все, предоставляйте. Ознакомливайте меня с материалами дела. Зачем мне это в суде? Ну, все. Вы мне должны ознакомить здесь. Вы же говорите, у вас есть. Нету такой возможности вас ознакомить. Ну, а я что? Я согласен на регламент, как вы говорите. Ну. Может быть, с зафиксированным инспектором, либо при помощи фото-видеофиксации, ну. Либо визуально. Вы же сказали фото-видеофиксации. Даже визуально. Так вы мне ознакомьте, я не согласен с нарушением. Не согласен, напишите. Ну. Ваше личное право. Тензи, милый человек. Работа 449. Подождите, минуточку, протокольчик возьму, постановление. Статья 12.35, известно вам? Я вам...
артист. Инспектор, вы меня знакомите с материалами это дела. Милочка, принесите мне видео, фото, фиксацию. Машину откройте, пожалуйста, багажник. Для какой цели? Операция МОК у нас проходит. Да. Протокол двух понятых. Протокол двух понятых. Протокол досмотра. Я не досмотр делал, я делаю осмотр. Осмотр, ходите, осмотр. Осмотр, багажник просто. У вас сейчас причина какая была? Я вроде как пешеход не пропустил. Вы мне ничего не предоставляете. Сейчас у вас операция МОК началась. Олег Александрович. Протокол досмотра двух понятых. Я досмотр не собираюсь осматривать. Осматривайте, ходите. Что мне с год рождения? Осматривайте, ходите. Ну, что брать, как мы ознакомьте меня с материалами. Все, ну что, не будете досмотр делать? Блять, клоуны.